В результате беспорядков на ипподроме Туилюкюн на Ужской области 31 августа около 100 человек получили амбулаторную помощь. Об этом сообщили в Минздраве. Во время игры пострадал один игрок, он находится в больнице, в состоянии стабильное. Также в результате беспорядков получил травмы сотрудник правоохранительных органов, он получает лечение в больнице. На местах были открыты медицинские пункты, куда обратились около 100 человек. Они все получили амбулаторную медицинскую помощь на месте, говорится в сообщении.